Приветствую, участник школы творчества. Сегодня мы тебе расскажем. Сегодня мы будем говорить о денежных правилах в наших отношениях. Это крайне важно для того, чтобы вы смогли результативно пройти программу и получить свой первый миллион на своей уникальности. Как мы это будем делать, Владимир? Почему мы сделали 50 на 50 и как это влияет на денежные потоки, на обучение? Программы, которые мы разрабатываем вместе с участниками, являются соавторскими. То есть здесь используются наши наработки, наши навыки, наши методики. Если участник по каким-то желаниям или мыслям начинает присваивать все полученные средства себе и появляются мысли о том, что зачем я буду делиться этим с моими наставниками, он автоматически вылетает из потока, то есть денежная энергия на те программы, которые он ведет, просто закрывается. Почему? Все получаемые деньги, которые идут в потоке, которые мы открыли, он распределяется 50 на 50. 50% это чисто наш поток, который мы получаем за обучение. И 50% это ваш поток. То есть вы, если заработали 5000, это не 5000, заработанные вами. А вами заработаны только 2500, 2500 идут за обучение. То есть изначально нужно принимать это за действительность, и чтобы не было никаких таких душещипательных историй, что я даю 50% за обучение каким-то людям или еще что-то. То есть сразу же мы принимаем на душу только 50%, который приходит вам доход. Это ваша, так сказать, зарплата, это ваши уже личные деньги. Это ваш поток энергетический. Будьте внимательны, очень много в течение года будет проверок, связанных именно с денежной энергией. Будет многократно хотеться все присвоить себе. Захочется просто договор этот разорвать. Захочется нецелево использовать. То есть вы получили, к примеру, 5000 рублей за услугу. 2,5 вы себе берете, 2,5 сразу отправляете на счет наставников. Если вы этого не делаете, и у вас находится множество причин для того, чтобы их направить на другие цели, вы этим тоже закрываете поток. А еще важно, мы не будем контролировать вас, как вы распределяете энергию, которую мы передаем вам, и знания, которые даем. Это будете делать вы самостоятельно. Для чего? Очень важно, чтобы каждый участник научился открыто, искренне, честно взаимодействовать в пространстве. Это основа для того, чтобы денежная энергия вообще приходила к вам и от вас текла. Мы это будем делать в течение целого года. Еще мы обратили внимание на то, что приходили к нам люди, которые приходили чисто для того, чтобы мы сняли финансовую блокировку. Все, вы нам открыли двери, дальше до свидания. Мы без вас, вы свою задачу выполнили. Но проблема не в том, что была блокировка, а в том, что у человека нету навыков, которые помогут ему в этом 4D-пространстве и в 5D действовать и получать доход на своей уникальной деятельности. То есть как открылся ему поток, так он сам и закроется, потому что вы действуете как в 3D-мире. То есть там много вранья, там много каких-то манипуляций, из-за которых энергия закрывается. А сейчас я приведу пример положительной истории. У нас был ученик на точке на миллион, она раньше так называлась. Он каждый раз, когда получал оплату за свои услуги, за свой продукт, он тут же писал нам и отправлял 50%. Такой поток клиентов пошел на его действия, что он просто не успевал выполнять. Он работал и плюс еще обучался у нас.
Он просто не мог переносить, он не знал, на какие даты переносить уже клиентов. То есть вот так вот открывается денежный поток, когда все идет, ну, можно сказать, честно, да, по совести. Ему самому важно было быть честным, он это делал в контакте с нами, научался этим навыкам. Так что следите за этим, и то, что вы получаете только 50%, остальное приходит на энергии нашей. Да, и хочу отметить, что навыки, которые были раньше у вас в 3D-мире, они, конечно, связаны с тем, что мы работали в компаниях. Там управляющие были такими контроллерами, которые как маленьких детей вот, за все грехи там наказывали, уличали и так далее. Сразу могу сказать, что мы этим заниматься не будем. Мы здесь воспитываем и создаем взрослых людей. Наша задача – сопроводить этот процесс. Все, кто не хочет становиться взрослыми, те, кто не готов в долгу идти, да, вот Владимир улыбается, не готов формировать себе навыки и ищут варианты, как ему по-быстрому внешне что-то там замазать и внутри с первопричиной не работать, ну, с нами тогда не стоит даже сотрудничать. И если вы поняли даже сейчас, находясь уже внутри программы, что это не для вас, лучше об этом честно заявить. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы шли в глубину и работали с первопричиной, со своей темной стороной, которая как раз и привела вас к тому, к той ситуации долговой или там блокировки или еще что-то, из-за которого вы находитесь там, где есть сейчас. И давайте идти в долгую. Это и для вас, и для нас будет успехом. Ну, это будет такой путь, по которому вы на самом деле качественно получите тот результат, за которым пришли, тот самый первый миллион. Я заметила в работе с людьми именно то, что люди, делая только маленькие входы, да, то есть я сейчас чуть-чуть схвачу и побегу. То есть вот это нет, когда глубины, они вообще... Ну, это как дети. Не взяли маленькую печеньку и убежали. И убежал, все. А для него там, возможно, приготовили на пирог или еще больше велосипед, да? А он взял конфетку и убежал. Он говорит, мне и так хватит. Мне и так хватит. Все. А потом конфетка закончилась, и он ищет новую конфетку. А все, поток закрылся. А поток закрылся, и такой, и мне даже и заплатить нечем за новую конфетку. Вот чтобы было много даже не конфет, а магазинов с конфетами, да, то есть создайте этот магазин с конфетами, где у вас всегда есть производство, и вы можете всегда и себя накормить, и других. Но для этого недостаточно... У меня даже мурашки побежали. Для этого недостаточно пройти... Честно говорим. Для этого недостаточно пройти на одну услугу, на одну консультацию. Для этого важно в наставничестве пройти целый год трансформации своего финансового мышления, своих навыков. Ну или не целый год. Вдруг вы заработаете миллион за полгода. Кто знает. Может быть. Пусть будет так. Мы расстанемся через полгода, не через год. Да, мы завершим эту программу, да. Но это будет именно экзамен на то, что я взрослый, я системный, и я могу быть постоянен в том, что я заявил, и подтверждаю это действием. Потому что мысли и слова наши... И ощущение – это одно, а действие – вот это и есть уровень навыков. Проявите новый уровень навыков, прокачайте это на программе до миллиона, и вы получите тот системный миллион. Будет вам счастье. Получите свой системный миллион на своей уникальности, которая у вас великолепна. Задача – скорректировать ее и получить желаемый результат. Ну все, желаю вам удачи. Прохождение программы и заработать свой первый миллион на новой нише. А мы сопроводим вас на этом пути. Все, пока. Пока.